Бураск. Бураск. Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про новый премтанк за марафон, который стартует по ходу в пятницу. Картошка скоро выпустит новость, в которой и расскажет, что там к чему и когда это начнется. Я же в этом видео хочу поговорить про танк. Значок у этого танка средний, а в душе это ЛТ. От СТ-шки мы взяли все самое плохое, что не нужно ЛТ-шке. Медленный поворот корпуса 40, отсутствие бонуса к маскировке во время движения. Это тоже у нас появляется со значком среднего танка. В целом маскировка хорошая, когда мы стоим на месте 33. Но когда мы начинаем двигаться, маскировка тю-тю, ее нет. Обычный обзор 390, никого уже не удивляющий на 8 уровне. Ну и в принципе все. Остальное самое плохое у нас остается от ЛТшки, то что не нужно СТшке. Нулевая броня, во лбу корпуса 40, во лбу башни 15. Это пробивается любыми фугасами. Пониженное пробитие основным снарядом 190, голдой 240. С этим в лоб особо никого не попробиваешь. Ну и так в целом чё. 62 скорость вперед, 23 назад, вроде бы неплохо. Удельная мощность 26, тоже нормально. Ну и альфа 360 для ЛТшки тоже неплохо. Но у нас всего лишь на 2 снаряда будет барабанчик с плохим ДПМом. И чё мы будем делать на этом корыте в бою, когда ЛТшек полно. Полно колесников, которые фугасами все пробивают. И в целом арта нам будет дамажить очень хорошо, поскольку мы медленно поворачиваемся. Что на этом танке нужно будет делать в бою? Просто менять позиции с кустами на флангах. И тупо вливать микробарабан на 2 снаряда по 360 альфы. Крутить нам будет тяжело, потому что танк медленно поворачивается. Да, стабилизация у этого танка по циферкам шикарная. Но от того, что мы будем этими говноснарядиками попадать в лоб, особо смысла не будет. Крутить будет тяжело, да и барабан на 2 снаряда, если мы будем врываться, особо никого не убьет. В целом это более играбельный танк в рандоме, чем какие-нибудь медленные неиграбельные ПТшки. Но и на половине карт все равно этот танк будет не нужен, вы не найдете себе места, что делать в бою. И это в то время, когда ЛТшек в бою и так дофига. И разработчики такое добавляют. Это те самые разработчики, которые говорят, что выбрали правильное направление для развития игры. Им так кажется. Они добавляют сейчас 8 уровня премтанк, уровень, который сейчас и так перегружен вроде как. Добавляют в то время, когда ЛТшек в бою и так достаточно. Почему нельзя добавить премтанк 7 уровня, допустим, или тяжелый, или еще какой-то? Почему именно ЛТшка со значком СТшки на 8 уровень? Нельзя сделать другой премтанк на марафон. Да и сами марафоны уже, честно говоря, надоели. Че они по 3 раза за год, что ли, будут уже проходить? Я понимаю, что, видимо, картошке очень сильно понравилась схема монетизирования марафонов. Поскольку люди не успевают выполнить все задания за время марафона, они докупают и получают премтанк. А картошка получает бабки. Это все понятно. Есть люди, которые бесплатно, в принципе, получают. Но времени тоже все равно уходит много. И это тоже для картошки хорошо онлайн. Это все классно, но не такой же ценой вводить танк, который не нужен сейчас в игре. И кто просил марафон именно сейчас, когда еще ивент на ГК не закончился? Я должен и там одновременно играть 24 на 7? Или я должен доиграть ивент, а потом не успеть доиграть марафон и купить его? Так получается. По идее, танк будет просто нормальный, но не нужный на половине карт, как и все ЛТшки. Марафон, мне кажется, проходит не вовремя. Да и в целом, если ты отыграл ивент на ГК, ты и так сидел по полдня в картошке, а тут еще врубают марафон. Разрабы хотят, чтобы мы вообще от картошки не отходили на протяжении дня. Сначала 8 часов сидишь на ГК, а потом еще сверху марафон ночью катаешь, наверное, да? Сразу видно, что разработчикам пихуй на игроков. Также еще на этот танк будет какой-то там уникальный стиль, камуфляжик и так далее. Что в принципе не удивительно. Видимо, им в прошлый раз тоже понравилось делать танки за марафон с уникальным камуфляжем. А потом можно этот прем танк продать через время без этого камуфляжа и сказать, что ну вот на марафончике вы с камуфляжиком получили, без марафончика вот покупайте так с лопаты. В целом негативное ощущение от марафона. Но он типа есть и есть, но он напрягает тем, что он есть. Напрягает на какой танк, в какое время напрягает. И сама концепция марафона уже, честно говоря, поднадоела. Сильно напряжно и изматывающе крупные задания за небольшое время. Это бесит, что картошка
подталкивает играть именно в то время, когда ей хочется. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.